Друзья, сегодня мы с вами готовим сырники. Рецепт внизу в описании. В творог добавляем яйцо, муку, сахар, ванилин. Все хорошенько перемешиваем. Если вы видите, что масса слишком жидкая получилась, вот как сейчас у меня, добавьте еще одну ложку столовую муки. Вымешайте хорошо, и вы увидите, что она собирается в комок. Выкладываем на досточку, на муку, формируем массу, разделяем на одинаковые такие шарики, формируем сырнички, обваливаем в муке и на растительном масле обжариваем с одной стороны, а потом с другой. Получается очень вкусно и быстро. Кушайте на здоровье!